Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры! С вами компания Amarkets. На календаре 4 мая и мы начинаем математический анализ валютного рынка Форекс. Как всегда, начнем анализировать рынок с индекса SP 500. Глобально у нас индекс находится все еще в фазе восходящего движения, поэтому пока что мы рассматриваем лонговые позиции как основной сценарий движения по данному инструменту. Несмотря на то, что психологические цели 4200, к которым мы с вами шли достаточно долго, мы отработали. У нас есть еще несколько целей, находящихся в долгосрочном циклическом диапазоне 4200-4288. Это цель 4261 максимальные цели по старшему таймфрейму и 4228 максимальные цели по младшему таймфрейму. Естественно, сначала мы будем с вами придерживаться сценария достижения первой цели, ну а затем уже после небольшой коррекции, возможно, с тестированием зеркального уровня, рассматриваем движение дальше в лонг. В случае, если цена будет уходить вниз, то здесь критической точкой для нас станет вот этот уровень поддержки 4173. Если цена пробьет его и закрепится, то можно будет рассмотреть краткосрочное движение в шорт. Здесь у нас есть сразу несколько позиций, куда цена может двинуться. Ну, первая позиция это 4142, нижняя граница трендового канала. Евро-доллар. Как мы с вами помним, в пятницу испытала неплохое такое падение. Отыграли мы, собственно, все э, позиции, которые накапливались у нас последние несколько недель. И сейчас э, необходимо решить, куда же этой паре пойти дальше. Если обратить внимание на тренд, то тренд здесь, конечно же, остается до сих пор восходящим. Тем не менее, мы можем с вами уйти просто на более глубокую коррекцию, и к этому нужно быть готовым. Структурно цена подсказывает нам, что мы можем прийти в диапазон 1.1943-1.1960. Здесь же у нас находится уровень минимальной коррекции по старшему таймфрейму, поэтому данная цель кажется вполне реальной. Другое дело, хватит ли у медведей э, энергии и сил переломить ход событий, потому что вчера, э, как мы видим, была предпринята попытка вернуть утраченные в пятницу позиции. Поэтому наблюдаем за данной валютной парой в прямом эфире и здесь у нас идея будет с вами основная следующая. Как мы видим, здесь у нас образовалось что-то типа разворотного паттерна. Сейчас мы как раз тестируем уровень поддержки и сопротивления. И если цена здесь будет рисовать закругление и пойдет в восходящем направлении, то можно будет присоединиться к данному движению до ближайших целей 1.21.55. Более дальние цели, они, конечно же, тоже присутствуют. Это уровень 1.21.96, но их пока мы рассматривать не будем. На данный момент наша главная задача это обновить локальный максимум. Ну а если же... Здесь не будет отрисовано никакого загругления, и цена просто пойдет вниз с пробоем, максимум, с пробоем минимума вчерашнего дня. Тогда мы присоединяемся к этому движению до ближайших целей, ранее мною названных. Фунт-доллар находится в среднесрочном флетовом диапазоне. Вообще в последнее время эта пара очень много флетит, как мы видим накопления и проторговки появляются регулярно. Это значит, что по данному инструменту инвесторы порой не могут решить, куда же все-таки двинуть цену. Борьба происходит нешуточная, накопления объемные, также достаточно серьезные. И здесь у нас будет с вами основная идея – это дождаться снижения валютной пары вот в этот целевой диапазон. Он немножко не совпадает, ну частично совпадает с тем диапазоном ликвидности, который у нас пока остается неотработанным. Но тем не менее, структурно нам а, подсказывают, что именно сюда должна прийти цена. Это диапазон 1.3770, 1.3786. Уже отсюда мы будем пробовать с вами покупать а, с целью достичь для начала верхней границы вот этого нисходящего трендового канала, а именно ну, примерно на уровне 1.3953. Ну а затем уже после небольшой коррекции будем рассчитывать на достижение верхних целей 1.40 ровно. В случае же, если все-таки здесь у нас отбоя не произойдет, будем закрепляться ниже границы трендового канала, тогда рассматриваем падение с целью в нижней границе данного флетового диапазона 1.3667. Доллар японская иена предпринял вчера попытку пробоя трендовой линии поддержки и смены тренда, но однако видим, что этого не произошло, поэтому сейчас у нас цена продолжает двигаться в восходящем направлении. Рассматриваем мы основной сценарий пока что движение в лонг, поскольку находимся выше трендовой линии и ближайшие цели находятся в районе 109 958 это граница Зоны ликвидности. Более дальняя цель 110.082 110.206. В случае, если цена все-таки пойдет вниз и будет снова закрепляться ниже трендовой линии, тогда можно будет рассмотреть м -м, движение а, в шорт, но это будет тогда уже трехсоставное движение. Примерно вот такое. И здесь цена может отскочить как от первого уровня поддержки, так и от более дальнего уровня. У нас 108, 729, 108, 242. И в этом диапазончике мы, соответственно, будем уже с вами искать какие-то варианты на разворот и продолжение восходящего движения. По крайней мере, пока такой сценарий не кажется мне наиболее вероятным, поскольку находимся мы выше трендовой линии, но все может измениться с открытием европейской торговой сессии или Америки. Доллар канадец пребывает во флете. Эта пара так же, как и доллар франк, э очень много флетит в последнее время, но тем не менее данная пара находится на низах. Причем на низах очень серьезных. Если мы с вами посмотрим на дневной таймфрейм, то видим, что мы спустились практически к точке, откуда мы когда-то отскочили, и началось восходящее ралли. Эта точка была аж в начале февраля 2018 года. Поэтому здесь я бы рекомендовал а, шорт, шортовые позиции. Потихоньку прикрывать или переводить их в безубыток и смотреть на то, что тренд может вот-вот смениться. Тем более, что все э, предпосылки для этого имеются. Это связано по большей части с движением цены на нефть, но, тем не менее, здесь может быть и другой фактор. Основной сценарий для данной валютной пары у нас будет следующий: как мы видим, у нас есть стоп-лоссы сверху, есть стоп-лоссы снизу. И нам эти стоп-лоссы нужно отработать. Нужно собрать всю эту ликвидность для того, того, чтобы куда-то двинуть цену. Не отработанные зоны ликвидности у нас исключительно остались сверху, снизу мы все отработали, поэтому э, здесь мы с вами будем придерживаться следующего сценария. Это импульсный выход вниз со сбором стопов, затем э, сбор стопов сверху и после закрепления движение в восходящем направлении. Конечно же мы можем сначала двинуть цену вверх, затем снизу собрать стоп-лосс и после этого двинуть. То есть здесь главное именно понимать, куда у нас направлено основное движение. И оно здесь, как я вижу, направлено именно в лонг. Будьте внимательны, если все-таки цена решит спуститься еще ниже, ближайшая цель находится в районе 1.21.54, 1.21.93. Это циклический диапазон. И оттестировав данный диапазон, здесь уже можно будет открывать агрессивные покупки с ближайшей целью уровне 1.2262 и дальше отрабатывать все наши зоны. Ближайшая цель 1.2424. Более дальняя цель 1.2558. И в принципе, это даже не конечная цель. Есть цели не отработанные еще дальше на уровне 1.2710. Так что лететь можно долго, зарабатывать много пожалуйста, следите за этим моментом. Доллар-франк оттолкнулся от линии а, коррекции. Как мы видим, а, несколько попыток было пробить, но все-таки не смогли. Поэтому сейчас здесь рассматриваем приоритетное направление в бай. Ближайшие цели находятся в районе 0.9182, 0.9191. 91. И, в принципе, идея здесь такая же, как и по доллар канадцу. Правда, здесь не такое стремительное и долгое было падение. Но, тем не менее, мы можем уйти с вами на коррекцию. Ближайшая цель снизу. Также присутствует это среднесрочный циклический уровень 0.9037, 0.9065. Его мы с вами пойдем тестировать только после того, как пробьем вот этот ключевой уровень, образованный вчера. А пока что придерживаемся направления в лонг. Австралиец доллар пока закрепляется а, ниже трендовой линии поддержки и сопротивления. И здесь наиболее вероятный сценарий у нас это движение в нисходящем направлении со сбором вот этой ликвидности и а, достижением диапазона 0.7645-0.7630. Это основной сценарий. Альтернативный сценарий это повышение волнового уровня, пробой. Снова а, трендовые линии поддержки сопротивления, закрепления и движение в лонг. Первой целью будет а, обновить локальный максимум это 0.78228 уровень. А, тут же мы оттестируем наш ключевой диапазон. Ну а более дальние цели будем а, с вами отмечать по мере того, как а, цена будет идти вверх. Ну можете себе пометить более дальний уровень 0.7947. Новозеландец доллар также вчера предпринял попытку сходить в восходящем направлении, но сегодня, как видим на премаркете Европы, он снижается. Поэтому основной сценарий здесь такой же, как по австралийцу. Мы ожидаем пробоя данного уровня и движения в нисходящем направлении. Здесь у нас ключевой уровень 0.7103. А, помимо этого какие еще сценарии здесь возможны то здесь есть такой же разворотный паттерн какой мы с вами уже видели поэтому вполне возможно что без пробоя а локального минимума образованного позавчера, в пятницу, мы с вами вполне можем уйти на повышение волнового уровня и э, на достижение верхних целей. Но в отличие от австралийца, новозеландец все свои верхние цели выполнил. То есть вот эта шпилечка, как мы видим, она тестировала полностью у нас и краткосрочный диапазон, и среднесрочный диапазон, и при этом еще и э, уровень глубокой коррекции оттестировали, поэтому новозеландцу в принципе открыта дорога вниз, и здесь я рекомендую э, вам основной сценарий рассматривать именно в шорт. Золото продолжает блуждать во флетовом диапазоне, оттестировали вчера мы в очередной раз его верхнюю границу и пока корректируемся. Здесь э, есть два таких интересных момента. Во-первых, как мы видим, после того, как мы вышли из более широкого флетового диапазона, мы зажались в более узкий. Цена пока что не может его пробить ни вверх, ни вниз. Значит, что здесь происходят большие накопления. С другой стороны, если посмотреть на глобальную картинку, то здесь у нас не что иное, как коррекционная волна нисходящего движения. Поэтому вполне возможно, что После всего этого накопления золото уйдет резко на снижение, и здесь мы с вами можем увидеть падение вплоть до э, нижней границы более раннего флетового диапазона 1678-17. Но пока что мы здесь видим э, среднесрочный тренд именно восходящий, поэтому будем ориентироваться на восходящее движение. Тем более, что вчера мы пробили верхнюю границу трендового наклонного канала. Сейчас мы ее оттестировали, поэтому вполне возможно, что с текущих позиций золото пойдет вверх. Ближайшая цель 1804.69-1809.48 с текущих позиций уже актуальна. Серебро вчера оттестировала все зоны ликвидности ближайшие, которые у нас здесь присутствовали э, в верхней части. Как мы видим, успешно э, оттестировали и уровень, и диапазон, и после этого скорректировались. Собственно, теперь лонговые цели по серебру остались только более дальние, это 28-304. А с текущих позиций вряд ли мы в ближайшее время их достигнем, тем более, что золото пока что не решила, куда ему идти. Ну, смотрит-то вверх, но по факту пока еще стоим во флете. Поэтому здесь я бы сделал ставку на серебро, как на отдельный инструмент. Мы еще не тестировали зеркальный уровень поддержки и сопротивления 26.59, поэтому вполне возможно мы еще немного снизимся и после этого пойдем в восходящем направлении. Ближайшая цель находится на уровне 27.500 более дальнюю цель я вам обозначил, ну а в случае если мы будем возвращаться во флетовый диапазон, то здесь можно будет рассмотреть движение к нижней границе флетового диапазона. Это у нас уровень 25 767. Ну а затем уже посмотрим, как поведет себя цена. Возможно, пойдем на тестирование неотработанных зон ликвидности. Нефть марки Brent Пока что среднесрочно смотрит в восходящем направлении. Тем не менее, на прошлой неделе мы оттестировали очень важную цель 6871. Буквально точ, точечно ее прокололи. Это та цель, которую мы с вами рисовали уже давно. Это нижняя граница среднесрочного циклического диапазона. Поэтому сейчас здесь мы имеем следующее. Та конструкция, которая у нас здесь показана, она имеет усеченный характер. Пока мы не пробили вот этот ключевой диапазон 69-14-69-55, а, данная конструкция у нас имеет определенную слабость. Поэтому мы с вами, в принципе, в любой момент можем а, пробить вот эту наклонную трендовую линию. Давайте так, остальные все уберем, чтобы не запутаться пробить вот эту наклонную трендовую линию, сделать коррекцию и уйти вниз на достаточно такое длительное падение. Возможно, даже к целям 55-52, 55-73. Но пока что у нас цена двигается исключительно в восходящем направлении. Единственное, что здесь у нас возможно, это если цена не сможет закрепиться выше данной линии поддержки и сопротивления, мы уйдем на трехсоставную коррекцию. К как раз вот этой трендовой линии поддержки. Но отсюда уже будем двигаться в восходящем направлении. Это будет пока что наш основной сценарий. Напоминаю еще раз: ближайшие цели сверху 69.12 6957. До круглого уровня 70 ровно осталось совсем чуть-чуть. Поэтому давайте уже дожмем эти цели и дальше будем рассматривать другие и доллар-рубль. Он продолжает двигаться в рамках нисходящего трендового канала. Вчера мы очень удачно оттолкнулись от верхней границы данного канала и пока что находимся в середине. Здесь у нас будет с вами идея следующая. Ну, как мы видим, у нас после вот такого флета произошел срыв цены вниз, затем сходили срыв цены вверх и цена здесь застыла. Соответственно, то, куда пойдет дальше цена, у нас определит дальнейший тренд. Поэтому следим за тем, как ведет себя Рынок, как ведет себя цена на данном активе, и присоединяемся к общему движению. Фундаментально, конечно, сейчас достаточно факторов для того, чтобы рубль укреплялся и для того, чтобы он ослабевал. Но я все-таки смотрю больше в сторону ослабления рубля, по крайней мере, до котировки 77,42. Более дальние цели, которые мы рисовали, они до сих пор так и не. Отработали, как мы видим, цена застряла в районе уровня 77.42, как раз. Ну и это будет для нас как раз точкой отсчета. То есть, если мы преодолеем данный уровень, то здесь уже возможен дальнейший поход. Ну а если нет, значит пойдем вниз. В любом случае, внизу у нас с вами цели также присутствуют. Это ключевой диапазон 7196 72 37. Но здесь есть более сильный уровень поддержки. Это поддержка трендового канала она находится на уровне 73 57 то есть в принципе уже этот уровень может у нас не пустить цену дальше здесь мы можем отскочить и пойти в восходящем направлении так что здесь пока что я бы рекомендовал именно наблюдать за тем как ведет себя цена это все торговые идеи на сегодня надеюсь вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор хорошего дня и удачной торговли